Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию сообщение, посвященное изучению влияния магнитного излучения на состояние системы гемостаза. Система гемостаза является многофункциональной, сложной, динамичной, саморегулирующей системой, компоненты которой, действие компонентов которой направлено на создание приспособительных эффектов, дающих положительный результат как для самой системы, так и для всего организма. Одним из современных методов оценки состояния системы гемостаза является метод тромбоэластографии. Хотя свое начало он берет в 50-х годах прошлого века, но современное преобразование, техническое преобразование плюс компьютерная обработка позволили нам этот прибор достаточно широко использовать в нашей лабораторной практике. Данный метод тромбоэластографии позволяет исследовать все основные механизмы свертывания крови. Это процесс тромбообразования, процесс формирования и стабилизации сгустка и оценка активности фибринолитической системы. Да, вот так выглядит прибор тромбоэластограф, и данный метод имеет такие преимущества перед прочими лабораторными тестами, как интегральная оценка системы гемостаза, исследование системы гемостаза в цельной крови, быстрота и простота выполнения, а также оценка гиперфибринолиза, которая практически невозможна другими лабораторными тестами. Дезрегуляция системы гемостаза свойственна, но является неспецифическим фактором для практически всех патологических состояний и заболеваний. И одним из немедикаментозных методов влияния на регуляцию системы гемостаза является электромагнитное облучение крайне высокой частоты. На данный момент данный метод, данное воздействие достаточно широко используется как в гастроэнтерологии, кардиологии, травматологии и стоматологии. Несмотря на значительное количество научных изысканий, мы практически не встретили работ, посвященных влиянию микроволн на состояние системы гемостаза у пациентов с термической травмой. И целью нашей работы явилось изучение влияния низкоинтенсивного широкополосного электромагнитного излучения КВЧ-диапазона на состояние свертывающей системы крови у пациентов с ожоговой травмой и у практически здоровых людей. Исследования проводились в лаборатории биохимии Институтской клиники, Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета. Тромбоэластография была выполнена у 35 пациентов с ожогами более 20% поверхности тела, а также у 15 практически здоровых людей. Так, я прошу прощения, сейчас мы... Тромбоэластография выполнялась вот на данном приборе. Кровь помещалась в одноразовую чашечку объемом 340 микролитров. Так как мы работали с цитратными образцами, то, соответственно, добавляли 20 микролитров цитрата хлорида кальция. После облучения эта чашечка помещалась непосредственно в прибор и записывалась тромбоэластограмма. Сейчас мы вернемся. Так. Облучение. Облучение проводилось в диапазоне от 50 до 78 ГГц. Экспозиция облучения составила 1,
3:30 минут. Источником облучения являлся прибор Amfit-0210. Спектр сигнала был близким к излучаемым самим биообъектам. Статистическому анализу были статистической обработкой были использованы следующие показатели тромбоэластограммы. Это показатель R, время реакции, показатель K, это тест, который характеризует время до образования минимального количества сгустка минимальной плотности. Угол расхождения характеризовал кинетику развития. Показатель МА – это максимальная амплитуда, которая характеризует прочность сгустка и дает информацию о том, каким образом происходит взаимодействие фибриногена и тромбоцитов под действием гликопротеида 2,3b. Помимо этого, мы использовали также показатель G, который характеризует также плотность сгустка. Анализ полученных результатов нам показал, что пациенты с термической травмой изначально имеют достоверные отличия по показателям тромбоэластограммы по сравнению с контрольной группой. Отличия отмечались в сокращении времени коагуляционной реакции, возрастании скорости образования сгустка, ускорении процессов полимеризации и также увеличивалась плотность самого сгустка. Одной из причин развития, и все вот эти изменения свидетельствовали о повышении тромботической опасности у обожженных пациентов. Одной из причин развитие данной вот этой тромбоопасности является дезрегуляция клеточных мембран. И основными причинами данной регуляции является наличие тех факторов, которые наряду с ожоговым токсином ведут к повышению тромбоопасности. Этими факторами является это усиленный протеолиз, активация калликрин-кининовой системы и активация процессов перекисного окисления, выход лизосомальных ферментов в кровь, а также усиление процессов аутолиза и катаболизма. Сейчас мы демонстрирует, каким образом система гемостаза отвечает на облучение микроволнами. На данном слайде показано время реакции тромбообразования. Что же мы видим? Что на данный слайд демонстрирует достоверные отличия между группами и ожоговыми и контрольными, но практически достоверных различий в зависимости от времени экспозиции время реакции тромбообразования не показывает. Примерно аналогичная картина у нас и по другому показателю, по показателю К. Достоверные отличия между группами и не совсем существенная динамика по облучению. Скорость облучения также примерно такая же картина, но вот более интересные результаты мы получили по такому показателю, как модуль эластичности. Тенденция различий между группами осталась, но наблюдается еще и следующее. По истечении одной минуты мы видим потенциирующий эффект облучения, то есть эластичность сгустка после облучения одной минуты возрастает как в контрольной группе, так и у пациентов с ожогами. Облучение, более продолжительное облучение, особенно в течение 30 минут, ведет к чему? Ведет к снижению модуля эластичности. То есть после облучения в течение 30 минут способствует стабилизации состояния системы гемостаза как в контрольной группе, так и в группе обожженных пациентов.
Таким образом, одноминутное воздействие микроволн в шумовом режиме оказывает стимулирующие действия на систему гемостаза как в контроле, так и у обожженных. А увеличение экспозиции облучения до 30 минут способствует стабилизации состояния системы гемостаза. Метод ромбоэластограмма может быть использован для выявления эффектов, вызываемых микроволнами, но для более полного и детального объяснения значимости выявленных эффектов воздействия микроволн на систему гемостаза у обожженных пациентов необходимы дополнительные и более глубокие исследования. Спасибо за внимание. Большое спасибо за доклад. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Вопросы к докладчику. Можно один вопрос? Да, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, вообще КВЧ-терапия, она вот, я знаю, что на клеточном уровне связана с действием ионов кальция, которые входят в клетки и стимулируют, допустим, следующие все метаболические процессы. Вот процессы свертывания крови каким-то образом в данном случае связаны с кальцием каким-то механизмом? Несомненно. Несомненно. Во-первых, сам метаболизм кальция, он участвует в сохранении... Микрофончик поближе подержите, чтобы все слышали ответ. Метаболизм ионов кальция участвует в процессе сохранения асимметричности клеточных мембран. И в зависимости от концентрации кальция у нас будет увеличиваться или снижаться концентрация такого фосфолипида, как фосфосилтерин. И, соответственно, в зависимости от его концентрации будет и увеличиваться, или снижаться прокоагулянтный эффект. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, все. Микрофон поднесите вот человеку. Это тромбообразование, и как его можно локализовать в этом случае при трофической язве? Так, если... От чего обычно все больные умирают при трофической язве? Вот я знаю 7 случаев, все умерли, пошли в больницу и все поумирали. Видите как, видно, тромбы были? Так вот, как там это происходит дело, и как локализовать это дело? Как правило, трофическая язва – это процесс, результатом развития трофической язвы является не локальный процесс, а те системные нарушения в организме, которые могут вызваны различными патологическими состояниями, в частности, сахарным диабетом. Мы смотрели подобных пациентов, и у этих пациентов, пациентов с трофической язвой, имеются очень глубокие изменения в системе эндотелия. Эндотелий носит достаточно активный и его Мы смотрели маркеры тромбогенности эндотелия, в частности, активность фактора Виллибранта. Факторы Виллибранта, который способствует чему? Он способствует прикреплению фибриногена к сосудистой стенке. Активность достаточно велика, и этим обусловлена повышенная тромбогенность системы гемостаза у данного контингента больных. Что мы еще увидели у пациентов с трофической язвой? У пациентов с трофической язвой, как правило, они получают достаточное количество препаратов, но препаратов, коррегирующих состояние системы гемостаза, они не получают. И мы у них увидим ярко выраженную гиперкоагуляцию. И в-третьих, что мы у них увидим, у такого контингента мы видим глубокое угнетение фибринолиза. Здоровье. И вот что мы, конечно, что мы видим? Прокоагулянтное состояние эндотелия, гиперкоагуляция, угнетение фибринолиза, ну и классическое, если к триаде Бирхова будем говорить, то снижение тока крови. Но все равно классическая триада Бирхова работает для подобного контингента.
А плюс, если у пациента наверняка еще есть инфекция. А инфекция плюс воспаление и коагуляция – два филогенетически взаимосвязанных процесса. Наличие одного – знак равенства к другому. Есть. Есть. И поэтому коррекция системы гемостаза необходима со всякими другими – необходима. Что делать практическому врачу? Ну, во-первых, помимо того, что вы всегда делаете, смотрите проходимость сосудов, вы посмотрите, пожалуйста, еще состояние системы гемостаза и агрегационную активность тромбоцитов. Это тоже очень важно. Потому что если отсутствие гиперкоагуляции при нормальном, это значительно улучшает и клинический результат. Микрофончик. Дайте его. Практически вся медицина разрушена. Вся разрушена. И врачей даже не хватает. Понимаете как? Вот как там быть тогда нам? Вот в чем все дело-то. Аппаратуры какой-то нету. Что есть, то старая. Обращаешься в Министерство здравоохранения, они вообще ничего не хотят делать. Понимаете как? Вот какая обстановка. Врачи уходят у нас с районов. Вот обстановка. Какой тут гомеостаз? Вот о нем говорить просто невозможно. Кратко ответьте на вопросы. Вот. Мы будем закруглять заседание этой секции. Это даже в большей степени вопрос. Да. Не сейчас, не надо. Это скорее политический вопрос. Вы знаете, вот. Дело вот в чем. Если складываются такие ситуации, подобные ситуации должны разрешаться на местах. Значит, лечащий доктор должен идти к своему главврачу и доказывать, что моему Иванову необходимо такие-то исследования, и направлять в город, а там скоррегировать. Спасибо большое, был исчерпывающий ответ на вопрос. Может быть, еще у кого-то есть вопросы? Пожалуйста. Здесь короткий технический вопрос. Еще раз можно, пожалуйста, уточнить параметры воздействия, то есть длина волны, мощность излучения, вот это вот. Аппарат Амфит 0. Сейчас минуточку. Нет, параметры. Я имею в виду не аппарат, а длину волны и мощность. Или там просто есть выходные? Все, спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы? Если вопросов нет, то на этом позволим друг другу расстаться в этом заседании, предоставим этот зал.